Ну, это мой клуб, моя жизнь, мой футбол. У нас фанов очень мало, их практически нету. Вот это вот наша любимая пятилетку за 3 смены без зарплаты, как бы, оно неправильно. Там. Только мы можем заявить, что мы в 2018 году чемпионат мира выиграем. Я уверен, что ни бразильцы, ни аргентинцы такого заявить не могут. Так и здесь. Я ничего не собираюсь, ничего не искусственно делать. Вот сколько есть у меня болельщиков, столько и есть. Ну, буду я один, неприятно. Ну, значит, один буду. Мы должны показывать футбол, который бы нравился болельщикам. Мы должны делать какие-то продуманные, чтобы болельщики видели, что мы стараемся. Тогда будут как бы болельщики. Пока у нас, конечно, немного. Сейчас достать билеты на финальную игру сезона РПЛ практически невозможно. Необходимо постоянно мониторить сайт.